Городскую администрацию возглавил новый руководитель. На этот пост депутатами был избран Александр Берсенев. На 37-й сессии городского совета он официально вступил в должность. В администрации прошла торжественная церемония, посвященная вступлению в должность избранного главы города Славянска на Кубани. На 37-й сессии городского совета присутствовало более 200 приглашенных. Среди гостей – руководители правоохранительных органов, представители бизнеса, общественных организаций, социальной сферы. Озвучив решение предыдущей сессии, на которой депутаты путем голосования избрали главу города, председатель Совета Славянского городского поселения Андрей Ракуленко пригласил Александра Берсенева для принятия присяги. Торжественно клянусь добросовестно не исполнять обязанности главы Славянского городского поселения Славянского района, защищать интересы жителей города, уважать и охранять права и свободы человека, соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, законы Краснодарского края, устав Славянского городского поселения. Затем председатель совета поздравил главу города и вручил ему удостоверение. В адрес Александра Берсенева прозвучали напутствия и поздравления. В последнее время наш город Славянск на Кубани сделал значительный шаг вперед в социально-экономическом развитии, но нужно продолжать поднимать эту планку, которая поставлена предыдущим главой города. Удачи вам, успехов и всего самого хорошего. Глава Славянска на Кубани поблагодарил депутатов за оказанное ему доверие. Большое вам спасибо за оказанное доверие. И я убежден, что я не подведу вас. Буду честно и добросовестно трудиться на благо наших жителей. Горячими аплодисментами собравшиеся откликнулись на слова Александра Берсенева. Депутаты хорошо его знают, а потому уверены в своем выборе. Мы его давно уже знаем как настоящего профессионала, надежного товарища, человека с высокой работоспособностью, порядочного человека. Сегодня ему доверили ответственный пост, главу города. Я думаю, он справится с этой работой. Пожелаем ему успехов в этом нелегком труде. Более 40 лет трудовой стаж Александра Берсенева. Работал он в должности руководителя муниципального учреждения общественно-социальный центр, заместителем главы города, затем заместителем главы районной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В работе главы города Александр Борисович приоритетным для себя видит решение первоочередных вопросов населения. Внимание будет обращено на ремонт дорог, освещение, участие в федеральных и краевых программах по различным направлениям. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События».